Всем привет, дорогие друзья! Всем... С вами я, Валерия. И Илона! Мы с вами сегодня будем играть в Egg Wars. Да. Ну да, Egg Wars, я сначала не знала, мы что на канале «Я играю». Да, а вы потом спрашиваете, почему с самого начала у меня есть 5 булочек, а у всех остальных нет. Просто смотрите, если вы скачаете эту игру... Кстати, обязательно, чтобы это смотрела Аида. Это наш лучший ютубер. Мы его обожаем просто. Да, потому что Аид, это мы просто его... Аид, Вера, что-то там. Или Аид Роблоксер. Кстати, мы тоже снимали видео Роблокса. Как там всякие сапотисы, еще всякое там. И Аид, там всякие еще. Пусть пишут ваши цены насчет этого видео, ладно? Ну, в конце, конечно, видео, потому что мы же не можем сразу его все закончить. Всем привет, здесь дорогие у меня ребята. Есть один мальчик? А, ну ладно, ладно. Дружок, в общем, да. Я поняла уже. Так, мы возьмем Silver Bar. Хотя она в прошлом видео сказала, но у меня оно вышло провалом, потому что Илону убили, а она случайно другое нажала там видео. Да. Ну уже! Почему они не идут? Потому что надо подождать, как это будет. 3, блин. 2... О, уже, уже, 1. Уже! Смотрите, смотрите! Я там не только еду себе куплю, да еще и всякие там блоки. Для того, чтобы... Иди покупай блоки. Ладно, иду не только блоки, но еще и еду, ладно? А ты там какая команда? А, точно синяя. Посмотрела, просто мы сестренки, ребята, чтобы вы знали, ладно? Да. Так, 2, 10, 10. А за 8 что мне можно? За 8 пока ничего, ребятки. Ну ничего. Я тоже голодаю, Валерия. Да, а я еще не голодаю, но я на всякий случай беру еду. А, кстати, зачем мне брать еду, если у меня и так уже есть булочки? Что же я за тупочка? А, точно, броню надо взять. Смотрите, пока у меня нету денег на это, ну, конечно, есть, но только на чуть-чуть. Поэтому я беру пока только вот эти вот. Ладно, сделаны. Смотрите, смотрите, какой у меня красивый скин. Я сама выбирала. Еще и мое имя. Валерия. 1185. Валерия, ты какая команда? Зеленая, а там уже построена. Иди сюда. А, серьезно? Иди сюда, да-да. Я не могу, подождите. Скорее, пока мы не убили. Так, броня. Я одеваю свою броню. Только, конечно, меня не будет видно, все мое хорошо. Да, у меня тоже построили. Отлично. Подождите, я должна оружие себе взять. Для того, чтобы всякие там твои ребята меня не убили. Ну, они меня, конечно, будут убивать, но я их потом тоже буду убивать. Так, что возьмем? Да, но когда я буду тебе делать вот так, это значит, что... Ты меня не бьешь. Так, покушаю, ребятки. Ой, как это ведьмашка. Это, наверное, твоя подружка. Может быть. В общем, я на нее потыкала. Я сделаю двойной для того, чтобы мы всякие там люди не падали. Я там тебя вижу. Да, правда? Я тебя там тоже вижу. Ты видишь, как там расширяется на 2, видишь? Ой, подожди, подожди, я там хочу что-то сделать. Ладно. Смотрите, ребята, мы идем идти и смотрите. Валерия, смотри. О, да. Нет, смотри вот туда. Подожди, я сейчас тут... меня кто-то хочет убить. Ой, ничего. Но ты же возрождешься у себя в команде. Да, не важно. Это... Иди, Валерия, иди сюда. В общем, ребята, наверное, иди некоторые на уже это знают. Кто-то хочет проникнуть к нам. Ну ничего. Так, 7 осталось, как моих Silver Bar. Уже нету. 7. 3 осталось. 2. Подождите. 2. Эй, 2. 1. Все. Мне осталось еще не так уж и много, чтобы доделать. Я возьму там 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Иди на центр, я там тебя буду ждать. Подожди, Илона, я там еще не расширила полностью, потому что мне надо расширить, чтобы когда мы шли, мы не падали. Ну, вообще, ребята, я думаю, 10 не хватит. Меня хотят там убить. А ты что, оружие себе не взяла? А, ты же взяла. Поэтому давай, Илона.
Давай, Лона, убивай их. Давай, Лона. Давай, давай, Герри. Герри, давай, давай, Герри. 6, 5, 4, 3, 2, 1. О, как раз хватило. Илона, я тебя вижу. Ничего. Так, Илона, я иду к тебе. Подожди, Илона, Илона, подожди, да подожди ты, Илона. Я пойду к тебе, ладно? Даст мне булочки. Ладно, чуть-чуть булочек. И подожди. Эй, не поняла. Давай. Эй, на. Так, мне что-то прислали, но ничего. Ты кушаешь, да? Нет, покушал уже? Отдавай мне мои булочки. Спасибо, Илона. Здрасте, Илона. А ну с ним мы засели, я хочу начать посмотреть, какая это маляшка. Твои... Ой, прости. Ничего. Твои волосы, они красивенькие. Да, розовенькие такие. Я люблю мой скин. Ну да, я люблю мой скин. Да, он такой. Так, ребята, надеваем уже заново всякую там одежду. Так, все, одели. Ну, Илона, смотри, какой у меня меч есть, такой деревянненький. Ой, фу. У меня 15 штук. Ну, подожди, я там куплю себе булочки. Ладно, я обожаю тебя, Илона. Ладно. А у тебя, интересно, я могу взять? Да, я взяла у тебя. Я кушать хочу. Уходи отсюда. Эй, Илона, это же я. Тебя зовут принцесса Динак, и меня Валерия там что-то там тот. Ну да, принцесса Динак, это же красиво. Да, принцесса Динак. Прикольное имя. Жди меня там. Жду. И потом ты пойдешь ко мне в команду. А если меня там убьют? Не знаю. Но я тебя буду защищать. О, алмазики, алмазики, алмазики. По одному алмазику. Жалко. Ай! Меня одна синяя бьет. Такая из твоих. На-на-на-на. Блин, меня убили. Не-не-не-не-не. Подожди. Ну, ладно. Дай белочек, поэтому... Ничего страшного, я тебе помогу. Так, сколько я там поснимала? А, ладно, только 7 минут? Вы серьезно? Ну, ладно. Ну, ребятки, мы сейчас выберем еще раз вот этот, потому что я только 7 минут поснимала, как вы видите, ладно? Ну, ребятки, мы опять... Вот, смотрите, где Илона. Мы перепробовали уже 2 раза. На 3-й раз уже получилось, наконец-то. Да. Ой, здесь у нас алмазики, но мы не можем их обновить. Жалко, конечно, да, но ничего. Ну ничего. Так, 8. Валерия, иди стройся. Я не могу, Илона. У меня там строятся уже. Да ну почему вы делаете по одному? Мне не нужно по одному, мне нужно по 2. Ну ничего, они там пока строят 1, а я там буду 2 делать. Ай, у меня только 19 жизней, а надо было, чтобы были 20. Ну ничего, ребятки. Так. Я здесь криво построила. Так, ничего. Представляешь, я все свои сильвер-бары потратила на один меч. Я никуда не нажимала, Валерия. Ай, ребятки, извините. Ну, ребята, мы опять начали. Потому что мы не могли. Илона случайно там вышла из игры. Ой, блин. Я забыла на то, что вот это у меня было. Ну что же, ждем, пока они будут появляться у нас эти вещички. Эй, Валерия, ты какая команда? Я? Зеленая. Зеленая? Угу. Заборчик как... Ты прямо передо мной. Оу, oh, yeah. Когда я буду твоей командой? Ну, почему? Ну, в общем, ребятки, так. Сильвербарчики, вы что не идете? Ну, давайте. А это когда будет 10, 9, 8, ладно, 7. Ребятки, подождите. Ребятки, смотрите, что я говорю. Я говорю всем привет для того, чтобы со всеми подружиться. Окей, договорилась. Блин. Ну, что тебе надо? Чего ты там? Пищешь что-то, а? Ну. Посмотри наверх. Девочка, давай дружить. О, какая-то, кто-то мне говорит, девочка, давай дружить. И
Или может и не мне? Это тебе говорят? Да. А я уже подумала, что со мной хочет подружиться. Извините, у меня кашель. Да, так, да. 4. 5. Я его умощнила. Молодец. Потому что раньше было по 20. И 6. Все, готово, готово, готово. Оно теперь идет. Так. Вот так, вот так, вот так, вот так. 2 осталось. Ладно. Товар. Вот это вот коробка. Ладно, это для всей моей команды. И я сюда буду ложить всякие там вещички, и моя команда должна будет их доставать. О! У меня факел выпал! Я поставила там сундучок, а у меня факел выпал. Посмотри, Валерия, смотри, это мой дружочек, ага. И я его даю штучки. Угу. Жалко, что мне никто не хочет давать штучки. Там всякие. Ты уже построила? 4, 7. Не, еще не построилась. У тебя 3... А, у меня построили, ребята. У тебя 3 красных. 3 красных? Да, у меня 3 красных. И у меня то же самое. Ничего, ребятки. Оу! Походу, у кого-то не хватило блоков. Ну ничего, я дострою. 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. И... Ой! Подписчик. А, то есть, вы говорите, что значит подписчик? Это значит, что у нас должен быть какой-то подписчик. Если это не будет смотреть, этот, как он там? Что-то мы уже это говорили. Да. Говорили так. Так, смотрите, здесь у нас тоже идут алмазики, только... О! Извините, я просто не видела, идут ли у нас алмазики еще не или нет. Так. И твоя команда или этот самый? Моя команда. Ну, это какая команда? Я синяя. А, ладно. Ну, у тебя 4 синих. Стройся. О, там красная стройца. Раньше было 7, а сейчас 10. Я... А теперь сколько нужно? Ой, мне надо достроиться к себе. Я его бесконечно... Я упала и даже броню не одела. Не важно, потому что... 3, 2, 1. Ничего, зато у меня очень много вещичек будет. Сейчас. У меня там, между прочим, алмазики были. 12. Да. Иди на центр. Я там тебя буду... Сейчас не могу. Дать. Мне нужны блоки. Так, блоки. Ну ладно. Я возьму вот такие вот. Да я тебе хочу что-то дать. А, подожди, мне яйцо надо защитить. Подождите, а... За что продается обсидиан? Так, блоки. 3 вот этой штуки, но ничего. А у меня есть. Ну ничего, Луна. Так, здесь вот я, такая красивая. Больше я броню не буду надевать, я ведь так красивая. Я потом себе прическу испорчу. Ну да. Я волнуюсь за мою прическу и за то, что она у меня испортится. Так, сейчас... Мне надо просто смотрите, Эгварс, наверное, некоторые уже знают, но там надо защитить яички. Если Валерия, мой дружок, он уже знает, потому что он мне сказал, давай дружить. И он, если он посмотрит это видео, тогда он узнает, что... Надо вот это вот делать, защитить яичко. Да, я и так его... А ничего, если я потом у тебя заберу яичко? Ничего. Валерия, иди сюда. Не могу, я сейчас свое защищаю. Иди на центр. Сейчас я свое защищаю. Защищаю. Защищаю, да. Защищаю. То есть чищу? Да. Может быть. Это зачем мне бегать? Извините. Я обсидиан поставила не туда, куда надо.
Нужна хотя бы какая-то кирочка, чтобы его сломать. У меня голод начинается. У меня уже мало. У меня 6 обсидиана, чтобы засосить. Так. Я там пару бунчиков поставлю, один мою штучку и два вот этой штучки. Две вот этой штучки, точнее. Два вот этой штучки. Я как какой-то французец или еще кто-то. Представляете, ребята? Я франкфуртский ребенок. Так, ты синяя команда, да? Угу. Я тебе сейчас построюсь. А у меня и так уже все построено. Кто меня бьет? Не-не-не, пожалуйста, не бейте, не бейте. Лучше скидываю тебя. Меня убили, а я его скинула. Меня за что? Меня убили. За что? За что? Ну, не важно. Моя ластунечка. Мне нужна хотя бы какая-то кирка. А я сама себя. А я сама упала. Да, ничего. Кирочка. Мне нужна на кирочка, не алмазная, кроме алмазной. Подождите! Так, товар. Будь здорова. Я так сильно шатается зуб, что аж когда я чихнула, у меня он расшатался немного. Ну, так. Да. Так, чтобы наше яйцо защитить. Потому что, фух, его еще не убили. Да, его еще не убили, я вижу. Почему он не упал? А, это же обсидиан. А я его другой кирочкой убирала. Не алмазный, жалко. Ой. Поставила бы правильно. Так. Ребятки, вот смотрите. Сейчас... Больше, чтобы никто его не трогал. Я иди на центр, я тебе там хочу чего-то дать. Подожди. Ребятки, если вы не знали, я играю не на планшете и не на всяком там. А на мамином телефоне, который мама разрешает, вы знаете, когда играть? Только когда мы хотим снять видео. Мне больше я... никогда, потому что у нас есть еще другой. Иди сюда, на центр. Подожди, я наше яйцо защищаю. Все, готово. Защищаю? Защищаю, да, конечно. Да, я тебе чего-то дам. Ладно, иду. На центр иди. У нас там мостик сейчас. На голод. Я пойду. Я тебя там жду. Вот. Она сейчас. Чтобы я тебе что-то дала. Товар всякий там. Другое что-то. Здесь у меня вот этих вот штучек. Подождите. Так, мне один дружок мой, он мне дал один медь, а у меня уже 3 медя. Серьезно? Потому что я тебе... А зачем им деревянные? Зачем деревянные, а? А я тебе просто хочу тебе дать один медь. А, ну у меня уже есть кирочка, а кирочкой тоже давай. Можно воевать. Кирочкой, кажется, тоже можно воевать. Подожди, дай мне все две, знаешь, что тогда будет. Скидываем его. Скидываю, папа. Это, это из красных, тогда я согласна. Давай мне один меч. Я здесь. О, мы тебя аж видим. Дай мне еще один меч. Стой. Ой. Просто я там купила один... На, держи. А третий не нужен. Ну-ка. Спасибо. Для тебя. А я тебе тогда две золотишки дам. Илона! А теперь у меня... В меня кто-то целился. Не знаю. А почему здесь желтые? Кто-то же, какой-то желтый пытался к нам идти. Зеленая, да, я зеленая. Ой, фух. Меня убили. Ну ничего, ты же раздаешься за мной. А когда тебя убьют, ты будешь ангелом. Тогда ты можешь пойти посмотреть, как я там, ладно? Кто забрал мои вещи? О, тут кто-то взял всякие там вещички. Ну ничего, я это поставлю.
Ну почему вы поставили их? Они забрали. Валерия, я же вам говорила, вы должны Валерия, забирать. Валерия, скорее сюда, на центр. Иду скорее. Я тебе дам 4 стрелы, ладно? А я тебе дам один меч, потому что у меня 2 меча. А какой это меч? А. Ну зачем мне деревянный меч, Луна? Ой, у меня нет на деньги для этого. Не-не-не, убирайся, убирайся. Почему вы меня убили? Ну я совсем уж скажу, нет. У меня так много вещей было для тебя. Много 4 алмазика. А для того, чтобы купить... Ну кто-то пробирается в твою базу. Ну ничего, он же все равно не возьмет мою... не надо, не надо, не надо, не надо, плиз, ну плиз, ну плиз. Ну блин. Я знаю. Почему вы меня все время убиваете? Вы что, дураки? Иди, иди быстренько. Вот это ты снимаешь видео. Да, я знаю. Валерия, скажи сюда. Иду. Ну, ребятки, извините, что не комментировала вам, но извините. Извините, что не комментировала. Спасибо. Валерия, какой он урон дает? Убери твою. Нет, 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 нет. Место у меня 3. Ой, Валерия. Один мой дружок дал мне, а другой... Ты меня видишь? Где? Ну вот здесь вот. Или не видишь? Где? Здесь вот. У меня здесь ноги. Где? Как? Что? А, ну ты меня не видишь, но я за тобой буду следить. Ладно, я тебя вижу, но ты меня не видишь. Ты где-то здесь? Ты сейчас на меня смотришь, Луна. За мной. Да, ну ничего, Луна. Знаешь что? Алмазы? О, мне как раз нужно 5 алмазов. Да, а если когда ты тоже будешь мертва, тогда ты меня будешь видеть. А ты где? Вот смотри, собирай здесь вот штучки. Ты где? А буду тебя наносить всегда. Ой, где я? Ты где? Да, Илона, я здесь вот, ладно? Я всегда буду за тобой следить, ладно? Ладно. Потому что ты меня любишь. Угу. Ну, ребятки, мне кажется, пришло время прощаться, потому что мы уже 22 минуты уже снимаем это видео. Поэтому... кто? Кто-то мое яйцо забрал. Ну, очень не важно. Ну что ж, ребятки, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я играю. Всем пока-пока!